В Одесской юридической академии прошла региональная сессия Европейского молодежного парламента Украины. 60 участников из Украины, а также стран Евросоюза собрались для подготовки резолюции по темам экономики и экологии. Европейский молодежный парламент – уникальная образовательная программа, которая объединяет молодых людей со всей Европы для обсуждения актуальных тем на всей территории Европейского Союза. Миссия Европейского молодежного парламента заключается в том, чтобы вдохновлять и расширять возможности молодых европейцев, воспитывая в них открытость, терпимость и развивая социальную активность. Главная тема конференции – это определение будущего. У нас есть 6 комитетов на данной конференции, которые рассматривают абсолютно различные сферы, абсолютно различные тематики. Участники нашей конференции могли сами выбирать тематику, которая их интересует, то есть мы давали им право выбора. Мы бы хотели поблагодарить руководство юридической, Одесской юридической академии за предоставленную нам помощь в предоставлении помещений. И вчера наши все участники были очень довольны помещениями, потому что их было много, они были достаточно удобными, функциональными для нашей работы. Сегодня точно так же этот зал идеально подходит для заседания Европейского молодежного парламента. Мы имеем все техническое обеспечение для нас, поэтому, в принципе, мы очень-очень довольны. На самом деле это колоссальный труд наших главных организаторов, потому что нам действительно было очень сложно найти здание, где можно было провести вот такое такого рода мероприятия в Одессе, чтобы задействовать вот столько людей. Well, the European Youth Parliament is very important because it is a platform for young people to speak English and to speak about their opinion and, you know, to have a platform to speak out. This, during the session we'll be discussing a wide variety of topics from defense to employment, security and defense to employment and internal market. We'll also be going through some civil liberty issues regarding refugees. Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что они на самом деле безумно помогают раскрыться и просто узнаешь много нового для себя. Это очень сильно помогает, если ты преследуешь карьеру, которая как-то связана с политикой.